Ирина. Это древнегреческое имя, означающее мир и покой. Девочка, носящая это женственное и любимое многими имя, уже с малых лет отличается взрослой серьезностью. Ирочка – самостоятельный ребенок. Ей не требуется повышенного внимания со стороны взрослых. Более того, излишняя опека ее раздражает и даже может вызвать агрессию. Она и сама знает, когда ей нужно ложиться спать или навести порядок в своей комнате. Очень любит папу и старается во всем походить на него. Отношение к маме нередко носит оттенок снисходительности. Впрочем, иногда Ирочка может снизойти и помочь ей по хозяйству. Довольно сложное воспитание ребенок, которым нелегко руководить, а можно только ненавязчиво направлять. Учеба в школе не доставляет Ире никаких хлопот, ей все дается на удивление легко. Трудолюбивая, не по годам серьезная и собранная девочка многое успевает в свободное время, благо способностей и даже талантов ей не занимать. Она прекрасно рисует, вяжет, шьет, очень любит читать детективы и смотрит содержательные фильмы. Но нельзя сказать, что Ира домоседка. Она с удовольствием посещает различные спортивные секции. Обычно отдает предпочтение фигурному катанию, плаванию, гимнастике и другим красивым, на ее взгляд, видам спорта. Дружит исключительно с мальчиками. С девочками ей скучно. Правда, одноклассницы нередко считают Иру гордячкой и сами сторонятся ее общества. Взрослая Ирина лишена сентиментальности. Она трезво смотрит на жизнь и точно знает, как и что надо делать для успеха в продвижении по карьерной лестнице. Очень коммуникабельна, быстро и легко находит общий язык с абсолютно незнакомыми людьми. Однако жесткий характер, прямые и резкие суждения не способствуют завязыванию тесных отношений. Впрочем, Ирина сознательно выстраивает такой образ, пряча за видимой холодностью и показательной независимостью легко ранимую душу. Ее проницательность и по-мужски аналитические способности порой вызывают трепет окружающих. Складывается впечатление, что Ирина умеет читать мысли, так что обмануть ее очень трудно, так же, как и заставить что-то делать вслепую. В целом можно сказать, что Ирина – человек здравого смысла. Хотя и эта леди безупречность иногда допускает промахи, особенно в отношениях с мужчинами. Яркая, проявляющая неподдельный интерес к людям, с отлично развитым чувством юмора, Ирина, даже не желая того, всегда оказывается в центре внимания. Мужчины воспринимают эту женщину как источник радости и вдохновения, так что поклонники у нее никогда не переводятся. Ирина влюбчивая, и различные проявления обожания не оставляют ее равнодушной. Однако головы она не теряет и точно знает, каким должен быть ее будущий супруг. В общем, всем претендентам на руку этой хладнокровной красавицы потребуется приложить немало усилий, чтобы добиться права повести ее под венец.